такое озеро на подъезде к Темиртау. И вот сейчас я ехал, там лебедь шел на посадку. А это кто? Это утки какие-то плавают? Или кто? Нет, какие-то не утки, странные какие-то такие. Похолоп у них на этом. На шее, на голове. Вот она нырнула, видите, нырнула. Какая прикольная. И нету ее. А вот вынырнула. Это бы утонула, короче. Вон чайка летит. А там лебедь на посадку шел, такой огромный, как Боинг прямо. Целый Боинг 747, короче. Вот опять нырнула, видите? Я думал, это рыба, короче, это. Ну, плавится. А это фигни ныряет, короче. Вот что-то тут не видать лебедей. А вот там они прям плавают. Ну, они, наверное, подальше от людей держатся. Лебедя. На посадку шел, а вот тут я не вижу. Вон эта маленькая, смотрите. Утка и утятки такие маленькие, у них целая банда, видите? Оп. А вон лебедь, вот там далеко-далеко белый плавает. И чайки какие-то. А вот там около камышей такой, далеко-далеко. А тут прям банда уток плавают, видите? С утятами. А те вот тоже, другие эти, такие волны расходятся. Вон они какие маленькие плавают. Целые банды, кстати. Вот идут раздолье, тепло. Камыши. Охотиться здесь нельзя. Лафа. Живи не хочу. Лебеди тут плавают всякие. Вон лебедь. Смотрите, вот он. Вот он, видите? Ух, какой огромный он. Вот прямо лебедь, видите? И вон утки плавают. Дальнобойщики привет передают. Вот лебедь, видите, какой большой. И он совсем близко. И там банда уток целая. Вон, цапля еще полетела, смотрите. Цапля, офигеть. Офигеть, короче. Тут жирности вообще, короче. Прям много. Надо бричку включить. Но они уже, видите, за кусты сваливают. Их сейчас не увидишь нифига, короче. Мы попробуем сейчас сфоткать на телефончик. Цапля прямо тут сидела, улетела. Вот такой большой белый лебедь. И вот там утки плавают всякие разные. Разных как бы мастей. С хохолками, без хохолков. Вот лебедь раз заплыл в камыши. Ладно, что. Красота, природа. Вон и утки прям плавают, им пофиг, все на свете. Штуки везут. Это в прошлый раз я снял видео, где это лопасти везли для ветроэлектростанции. А это говорят эти сами корпуса. Ну-ка зайду-ка я туда, что там такое у нас интересное есть. Особенно приезжаю, думаю, заскочить туда интересненько. Чисто посмотреть.
Вот такие горы красивые. Это типа какой-то садовое товарищество советских времен осталось. Вот такое. Мы с тобой не поедем, потому что гуляют, видите? Опашки вот гуляют, детишки гуляют с велосипедом. Посмотрите. Заехать на эти нужен эндуро мотоцикл, как бы, да, у меня-то нет же, не эндуро, а так бы я там погонял, забрался бы туда на эндурике, так только на эндурик такой невысокий, типа вот самый лучший Кавасаки Супер Шерпа, он такой низкий, как бы, да, мощный, и ногами достаешь до земли. О, а тут вот смотрите, горнушка даже есть, офигеть. Ну, лыжечка есть, вот она, видите? Прямо ляпота-ляпота. Я, конечно, никакой не лыжник, потому что еще не хватало мне этого. Тоже круто, люди что, развлекаются, ездят, катаются. Как-то туда заехать бы на горку-то, вот, интересно было бы. Вот собака опять. Чумачеча собака. Гагарин. Гагаринская, это поселок какой-то был. Вот там серпантин есть, в принципе, да, можно было бы заехать. Вот та дорога ведет, но на этом мультике мы не поднимемся, короче. А так красиво там было бы, да. Красиво было бы туда подняться-то сверху, посмотреть. Эх. Или рискнуть туда. Попробовать. А? Резина лысая, подъем сильный, как бы, да, ну, уклон сильный. Вот если бы ехать, вот как бы это, вот как по серпантину наискосок, допустим, вот так раз, 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 раз. Потом вот так, раз, 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 раз. Вот тут камней много, короче. Вот. И уклон реально крутейший. Не, я не рискну. Надо тут эндурик, короче. Причем такой низкий, чтобы ногами доставать. До земли. А иначе мы тут улетим. Вот я тут даже небольшой кончик, а он уже катится, мотик. Это. Я на тормозе еду. Вот там серпантин есть. По нему можно забраться. А так, нет, я это не заеду. Можно вот так было бы заехать, да. Но у нас, смотрите, камни, 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 камни. Я где-нибудь обязательно на это упаду, короче. А с такой горы, ну она реально крутая. Эх, так хочется заехать. А пешком ли не идти?
Ладно. Скоро мы поедем в Алматы. И там-то мы уж по горам наездимся. Там потому что есть серпантинчики и все такое. Так что вот. Не будем рисковать. Мы старенькие, короче. И риск нам особый-то не нужен. То мы крутнемся и вниз кувырем. Это просто вот не понять, ну как бы камера не передаст вот этот весь уклон какой мощный. Ну там на машине можешь заехать? Ну это. Или на эндурике как-то. Ну таком. Ну нормально. Там забор идет, можно было бы туда скататься. Но он тоже слишком высоко. В смысле, уклон слишком большой. Видите, уклон прямо. Но зато вот есть подъем на горку такой лайтовый. Ну-ка попробуем мы. Просто. Вот такой вот вид сверху. Вот такой вот вид сверху. Уклончик небольшой, но видите, вот тормоза это проскальзывают, что мотик тяжелый и не эндуро нифига. Тут надо легкий 250-ку, короче, эндурик. А то вот он прямо тормозись и колесо едет все равно, потому что мотик тяжелый. Ну что, так прокатились чисто. Посмотрели сверху немножечко. На горку такую лайтовую. Ну тут садовые участки, место красивое отдыхать, и озера рядом. Ну чего туда дальше заезжать? Нужно? Ничего нового там нет. На города все равно не заехал. Она пешком идти. На ту гору тоже видно, дорога идет это автомобильная. Там надо на эндурике, короче, на таком, на моем, не. Хотя есть такие с прокачанным скиллом мотоциклисты, скажем так, крутые там. Но я не из них. Я не из них. Не на ровные дорожки какие-нибудь там. Лайтовая грязь какая-нибудь такая небольшая, чтобы не было прям такого экстрима, прям кошмар-кошмар. Такой, простенький что-нибудь. Вот. Заехали, посмотрели.
Салем, кормите достар. Кормите достар. Вот, кругом у нас степь, на горизонте горы. Это я за Карагандой. Еду в выходной день на Балхаш искупаться. На мотоцикле быстро, туда-сюда, раз и все. Утром уехал, вечером приехал. Вот такая вот тема. Бескрайние степи, жарко. Горы на горизонте. Свобода и воля. Да, вот такие пейзажи. Бескрайняя степь. Прям чувствуется свобода, воля и мощь. Да. Теперь я понимаю, почему именно казах называется вольный, свободный человек. Вот именно поэтому. Тут невозможно быть холопом или рабом каким-то или что. Сама природа предполагает свободу. Такое величие степи и гор. Горы такие низенькие. Прямо такое чувствуется величие времени, да, такая. Сколько эпох здесь прошло прямо. Неисчислимое количество. Сменяли лето и так далее, это шло годами, тысячелетиями, а степь все та же и свобода людей все та же. Ну, сорок попытался, конечно, но в итоге сам сдох того. Прямо такое величие и мощь. Конца края не видать. Крайняя степь, до неба прямо. Какие просторы, просторы. Это называется не обгон, а опережение по своей полосе. Потому что он не пересек, а сплошной. Меня раз полиция так остановила, я говорю, я нет. Ну, в России еще, в Мордоре. Я говорю, я не пересек сплошную, так что давайте, до свидания. У меня бы видеокамера все снимала. Такие горы на горизонте прямо. И степь бескрайняя, бескрайняя. И дорога в степи. Зимой, наверное, раздувает трассы. Вот такая бескрайняя степь. Горы на горизонте.
кран в пыли уже весь. Пыль протерли. Вот такие просторы. Бескрайние. Тут люди тоже вон стали отдохнуть. Там какой-то ул небольшой. Надо коров разводить. Вот там, да, пасутся. Далеко не видно. Такие просторы прямо. Конца и края нет. Что, погнали дальше? Надо где-нибудь кафешку найти. Вот что, придорожную. И поесть. А то я уже проголодался. Вот какое-то небольшое придорожное кафе. Обычно вот в таких маленьких кафешках очень вкусно еду готовят. Сейчас мы посмотрим. Называется кафе у Сарочки. Сарочки. Сарочка — это имя такое. Кафе у Сарочки. Здравствуйте. Здравствуйте. А есть что-нибудь покушать вкусненькое? Ну да, мы сами ждем, сидим, заказали. А, вы это? Да, тоже? Да. Сейчас посмотрим. Вы откуда-то издалека тоже, видимо, да? А со Станы еду искупаться на Балхаш. Ой, ничего, вы такой молодец. То есть муж увидит, на чем вы приехали, выбежит любоваться. Угу. Тут же пельмени еще, две женщины есть. Одна большая, а вот так, одна половина есть. Женщина заказала девочке, полторушка, а вы одну порцию заказали полную, одна ваша полная. Одна кисушка полная, это литровая, это ваша. Полторушка ей, да. А вот это ваша. Здравствуйте. Что вкусненькое есть? Есть салат и чучок? Салат и чучок. Нужно его делать. А? Да. Нужно его делать. Она съест целая, да, получается? А чучок сделаем, помидоры, лук. Все, и без строганов с рисом. Нет уже. А что есть? Сука, все поразбирали. Так, кроме курдака. У меня есть лагман жидкий и курдак, вот то, что сейчас есть. Это с картошки, говядина, да? Нет, курдак — это баранина рубленная, как шашлык, жареная на сковородке. Такая. Вам нужно не мясное? Что-нибудь легче? Я барана не хочу. Не хотите барана? Так. Сурпа тоже из баранины. Блин, что делать? Тут все из баранины получается. Пельмени говяжьи. Сейчас пять. Не, не хочу пельмени. Вкусные, домашние. Не, пельмени у меня дома. Пельмени дома у меня дома. Ладно тогда. Дальше поеду. Пирожки с картошкой. Не, спасибо. А? Ладно, спасибо. Ну ладно. Все, сразу заеду обязательно к вам. Заезжайте. Все, хорошо. Вот. Осторожней. Ладно, дальше поедем, что-нибудь поедим там. Не хочу я баранину. Я ее ем. Ну вот сейчас хочу говядину. Лучше потерпеть. Лучше потерпеть и потом вкусненько поесть. И все будет. Хорошо. Еще мы с голоду не умрем. Сейчас что-нибудь попадется нам все равно. Вон там какой-то аул. Может быть, надо заезжать неохотно. Пятую точку надо размять.
Лошадок вот увидал. Красивеньких. Вот та прям такая пятнистая. Они такие вместе красуются таким. Красивые такие лошадочки. Такая у них тусовка своя. Типа, что там, как дела? Что-то вчера где были? Что делали? Кивает такой, да, конечно. Вот такие красавицы лошадки. А чего тут тусоваться? Тут травы нету. Земля, да? А туда идти в поле. Это у них, наверное, самый блатной. Конь или кто это? Мухи заедают, мухи, видите, хвостами машут. Лошадки! А, лошадки. Что-то, видите, они общаются между собой, говорят там что-то. Че, как дела, как тусовка? Такие смешные. Видите, от меня уходят, не хотят со мной. Типа, ты чужой. Нафиг ты нам нужен. У нас свои дела. Все, пошли такие дальше. Ну ладно, спасибо за общение. Бескрайние-бескрайние степи прямо. И горы на горизонте. Там куда-то дорога идет. Блять, аул какой-то. Быстренько перебегаем аккуратненько. И дальше в путь. Еще нам до Балхаша 245 км пилить. И фиг его знает, будет заправка впереди, либо нет. Нам надо заправиться. Здрасте. А там дальше есть заправки? Через 100 километров. О, лучше тут заправиться. Сколько отбегает? А? Сколько это набирает? Ну, 200 разгонял, больше не это, не еду. Страшно, ну его нафиг. А что, 95-го нету здесь, да? Да. 95-й это есть, нет? Не знаю, должно же. Есть, наверное. А, пистолет не работает, может там где-то работает. Я посмотрю. Нет 95-го, да? Ну, нальем 92-й. Маленько. Литров 5. Ага, вдруг нам 5 не хватит. Заправим, ничего страшного. Лошадка опять. Бескрайняя степь. Горы на горизонте. Ну, какой ветер не сильный. Thank you.
опять лошадки, видите, какие? Жеребенок, какие лошадочки, кивает, видите? Привет, привет! Бескрайняя степь и горы опять. Холмы такие. Надо эндурик мотоцикл гонять. Вон еще лошадку сними посмотри. Вот. Хорошо это. Раздолье. Они толпой путькуются такие. Смешные. Там какой-то аул у горы. А на горе какие-то такие строения, типа старинная крепость, мне кажется. Может просто каменные останцы. Куда ехать надо? На эндурике. Вон смерть прямо видно на горизонте, такой клубица. Как в американских фильмах такие. Ну на камеру, наверное, не передается. А так-то я вижу и пытаюсь вам показать. Попить хочу. Бескрайняя степь прямо. Теплая уже кока-кола. Ну-ка, пойдем. В магазине холодная была. А что, жара такая в степи? Конечно, она будет теплая. Ладно, едем дальше. На какой-нибудь кафешке. Вот пейзажи тут. Астана, Караганда, Балхаш. Кафешка стопудово не работает. Вот.
Конечно, нет, что там. И надеяться даже нефиг. Да, она все заколочена. Надо булки размять, короче. Ой. Там какое-то хозяйство, видите, в степи. Хозяйство в степи там. В предгорьях вот там, как гора стоит. А там коровы пасутся. Вот такие пейзажи, как в Америке, в прериях. Ну где-то мустанги дикие скачут и так далее. Пасы, как называется? Прерии. Лошадки опять вон вижу. Это блохаша уже, в принципе. Километр, может, 100 остается, что ли. Вот такие красивые. Кучкуются опять, видите? Все кучкуется, непонятно. Что-то говорят между собой. Кивает вам. Да? Да. И маленькие жеребенки, и большие вон. Да, кивайте. Привет. Здорово. Чего-то они друг другу жмутся, непонятно. Общаются что-то там. Придурочные. Видите, гуляйте там, в степи. Чего вы тут? Он, видите, нужду справляет. Тут же невкусная трава. Нету там. А в степи есть, идите в степь давайте. Не слушают нифига. Вот такие кобылки. Горы на горизонте и степь бескрайняя.